Сегодня, 10 февраля 2021 года, та-дам, пробки 10 баллов, уже 3 часа, снегопад, 10 баллов, вот. Кажется, что где-то еще и зелененькое, но это потому, что много мест, где вообще просто все коричневое, глухие заторы. И это еще большинство, ну или существенная часть, не поехала сегодня на работу. Пятница. Практически завтра 13-е. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Вы, наверное, стоите сейчас где-нибудь в центре или на трешке. Да и на МКАДе тоже, смотрите, все в многих местах. Просто коричневая. На Ленинградке еще даже в области нет пробок, уж просто народ не доехал еще туда. В центр выехать не могут. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки.